четверг на этой неделе в детской школе искусств прошел концерт дебютантов под названием «Перші кроки на сцені». Полный зал зрителей, они же в основном родители, даже в проходах стояли. А за кулисами переживания и волнения. Они очень волнуются, они очень переживают, но им очень хочется на сцену доставить радость зрителям. И родителям, и преподавателям? Да, 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 да. А у них это получится, как вы думаете? Я думаю, что обязательно получится. Мы стараться будем. Среди них уже есть будущие звездочки? Там? Уже есть настоящие звездочки. Их даже будут объявлять, что они победители конкурса. За победители конкурса? Уже... делают первые шаги? Да, и на нулевой классе, первый класс уже победители конкурса. Конечно, волнуются все, и юные артисты, и преподаватели. Для них ведь тоже первое выступление их учеников. А значит, и волнение, как они выйдут на сцену, как споют или станцуют. После первого номера даже и сказать сложно, что это дебютанты. Уверенно, ровно и, конечно, бурные овации. Дальше танцы. Улыбки на лицах танцоров. И пусть иногда не совсем синхронно, но это же первый шаг. Далее ансамбль юных скрипачей. Молодцы. А после них подготовительная группа хорового отделения. Здесь юность исполнителей и их непосредственность им помогла. И сразу после песни в их исполнении зрители кричали «Браво!». Это были первые «Браво!» на концерте, но не последние. Шинкарук Александр вышел, сел уверенно. И пусть произведение не очень длинное, но он справился. А у учеников театрального отделения зрители увидели первые слезы. Кое-кто немного подзабыл стих, но все закончилось хорошо. Алису Дроздову сложно назвать дебютантом, ведь на областном конкурсе она уже получила первые 10 баллов. Концерт состоял из 22 выступлений ансамблей и солистов. У кого-то получалось чуть лучше, кому-то мешали волнения, но самое главное, они уже сделали свои первые шаги на сцену, навстречу зрителям. А зрители на концерте оказались доброжелательными и аплодировали после каждого номера. Независимо от того, первый раз ты вышел на сцену или как Роман Солодников уже стал обладателем гран-при среди дебютантов на конкурсе «Музыкальный экспресс».
Всем участникам концерта спасибо. Преподавателям отдельное спасибо. А родители? Ну, они получили удовольствие и практически все сняли на мобильные телефоны своих чат. И наверняка уже не один раз поделились записями с друзьями. Ну, а дебютантам удачи, успехов и настойчивости. И ждем новых выступлений.